Какой подарок самый лучший на день рождения? Правильно, покататься на лошадке. Возьмем себе лошадку и поедем на ней кататься. Джуник, ты счастлив? Заведем лошадку в конюшню. Грейка, как всегда, с нами. Да, Грей? Возьмем с собой собаку-барабаку. Напоим лошадку перед тренировкой. Жарко было, лошадка зашла, попьет. Возьмем щетки, почистим и причешем лошадку. Или расчешем, или причешем. Но не суть. У него все равно тут три волосины. Обязательно хвостик для красоты. Такой у нас красивый хвостик большой. И пока у нас коваль рядом, мы обнаружили заломчик на переднем копыте. Заодно его, вот он, заломчик, попросим и котнем. Вот, быстренько обкусим заломчик. Прям сервис капец, да, Джуник? Сервис обалденный. Хоп, почистили, хоп, шины сделали, копыта переделали. Запилим копыта, а то будут зазубрены и будет цепляться за грунт сильно. Зайдем в амуничник. Возьмем седло, гельку и вальтрап. Поседлаем, возьмем газ и поедем. Залезем. Угостим лошадку за то, что стояла, когда мы залазили в седло. Ой, угостим бублон и поедем. Заедем на плац кататься. Заодно порассматривать других лошадок, пасущихся. Галоп! И покатавшись, обязательно угостите лошадку. И да, обязательно на последнем круге очень сильно полюбоваться прической лошади. Как всегда, у нас летняя прическа, частичная называется.